Ферм PDM 1048P – универсальная дрель для бытового ремонта. Инструмент поставляется в фирменной картонной коробке, на которую вынесены основные характеристики устройства, и комплектуется монтажным ключом, инструкцией и гарантийным талоном. Посмотрим на нее поближе. Итак, перед нами безударная дрель от компании Ферм, которая предназначена для высверливания отверстий в дереве, металле и пластмассовых материалах, а также завинчивания и выкручивания саморезов, шурупов и винтов. Выполнена она в надежном корпусе из черного матового пластика с перфорацией для сквозной вентиляции и естественного охлаждения инструмента. На корпусе располагается кнопка выключателя с встроенным в нее регулятором скоростей от 0 до 3000 оборотов в минуту, а также кнопка реверса и кнопка фиксации выключателя. Длина сетевого кабеля составляет 3 метра, что позволяет использовать дрель на больших пространствах без удлинителя. Дрель оснащена 450-ваттным электродвигателем и получила ключевой патрон для смены оснастки при проведении работ. Обратите внимание, что сверла и биты не входят в комплектацию и приобретаются отдельно. Максимальный диаметр сверления по дереву составляет 25 мм, по металлу 10 мм. Чтобы продлить срок службы инструмента, после каждого использования дрели протирайте ее корпус мягкой тряпкой и проверяйте вентиляционные отверстия. Они не должны засоряться пылью и грязью. При загрязнении следует использовать мыльную пену для очистки, избегая применения спиртосодержащих жидкостей.